Добрый день, дорогие друзья, подписчики, зрители, те, кто как бы столкнулся с проблемой, как поставить значок в области своего видео, когда вы его загрузите, и чтобы был виден значок, ссылка на подписку. Все это довольно-таки просто, по времени занимает буквально там меньше минуты. Вот сейчас я вам вживую все это продемонстрирую. Заходите на свой канал. Вот. Именно нажимаете «Творческая студия». Секунду. Упс. Вот. Появляется под меню. С левой стороны обращаем внимание. Нажимаем на именно канал. И именно фирменный стиль. Вот здесь, как вы видите, у меня уже стоит мой значок. Мы можем его то же самое. Многие спрашивают, как его удалить. И заменить, поставить новый. Вот. И здесь также идет с функционалом, имеется в виду, где его поставить. В конце, видимо, видео, в заданный момент или все время. У меня как бы стоит в заданный момент. Вот. И сейчас я вам покажу, как его удалить. Все. Логотип как бы исчез. И, собственно, мы, если хотим добавить какой-то другой, вот я добавляю свою фотографию, которая интересна мне, чтобы она была. Потому что мой канал называется «Деревня». И, собственно, это для меня актуальный логотип. Вот, все как бы у нас загрузилось. Ссылка она будет в любом ролике, когда будем грузить свои видео. Вот. И, собственно, как вы видите, заняло буквально пару минут. Всего доброго, всем пока, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки. Всего доброго.